уже всем известно, Хиббл – это самая важная, самая торжественная выставка в Республике Беларусь. На этой выставке мы представляем новые флагманские смартфоны нашей компании. Причем впервые в Беларуси мы представляем новый флагманский смартфон Huawei P20 Pro. Это единственный смартфон в мире с тройной камерой. Тройная камера в этом смартфоне позволила занять первое место в рейтинге среди всех смартфонов, которые сейчас на данный момент существуют. Первая камера разрешение 40 мегапикселей, вторая 8 и еще одна камера на 20 мегапикселей. Соответственно, все эти три камеры снимают одно и то же изображение и соединяют его в одно. И у вас в итоге получается картинка с очень высокой детализацией, качеством изображения, минимум шумов, максимум цветов. На этом стенде мы представляем решение по общественной безопасности. В частности, общее решение по интеграции системы видеоконференц-связи и системы видеонаблюдения. Пользователями этой системы могут структуры МВД, МЧС, скорой помощи, когда происходит несчастный случай, чтобы все вместе координировали и очень быстро принимали какие-то решения, которые помогут этот несчастный случай преодолеть. Правительство Беларуси уделяет огромное внимание на развитие ICT-технологию. И Huawei реально почувствовал огромную потенциальность на этом направлении. Поэтому, Huawei, здесь мы ждем вас всех.